Что-то у нас без потерь, что ли, было? Абсолютно без потерь. Бери еще, если магию. А, все, еще забрали, да? Я термита возьму на кучу подвал. За тобой живые, кто? Пока они по российским дорогам из Самары доедут, это будет долго. Что он хочет сказать нам, блять? Они, наверное, клавиши просто залипают. Он ее, может, непроизвольно нажимает. Когда типа контрола и... клавиатуру. Опять это второй верный этаж, блядь. По-моему, это раз спальня. А мютилка есть? Да, ну, на да, большой есть. Нет, тоже. Да, они в спальне в основном шарятся. И чувак не стал выебываться и запарковался в подвале. Извините, его здесь найдут. У вас еще 5 секунд. Кстати, очень странно. Они видели, как он ехал. Продолжаем. Отыщите заложника. А то я уж хотел было сказать совпадение. Не думаю. Камеру ебнули? Наверное. Ломать? Ломай. Там нет ничего интересного. Знаешь, куда я пойду? Я поеду на башенку. Мютилка, вот которая там. Коридор простреливает насквозь. Вот отправлен. Все, я на башенке. И тут... отправил одного в отключечку. Он лежит в детской. Детской? А, все, я убил его с темпом. Так, у меня на первом этаже вражеский ублюдочек. В бильярдный. Ну, хожу в детскую. Мои опасения есть относительно того, что это хуйло в бильярдной меня может судьбу и башить при желании. Установил заряд. Перезаряжаю. Робот готов. Не страшно по поводу бильярда. Сука, откуда меня убили? Не знаю, где ты был? Я был в детской. А сейчас я скажу. Ебать, с первого этажа меня убил. Блять. Откуда этот пидор шмаляет, я не понял. Вот отсюда, вот, да, из бильярда. Я видел, что он в бильярде, но я сейчас не понимаю, откуда он именно меня кроет. Все, его убили, да? Меняю магазин. Так. Если это был он. Меня обнаружили, здесь есть камера. У них нет валькирии. Или есть третий. А. Это хуёво, что меня обнаружили. Вот, активирован. Ой, Дима, ну скажи, что здесь уже безопасно. Ты своим личным примером, что ли, ты проверил? Да, меня убил тот чувак, который убил тебя. Фишками швыряются. Я, кстати, мьютилку в спальне сломал, можешь ее проверить. Вот ты снимал. А вот сейчас тебе это было? Откуда, бля? Что? Обнаружение? Да. С камеры? Где эта хуйта? Опа. А это свои? Я не вижу эту хуйту. Где она? Левее. Мне кажется, тебе стоит обнаружение, которое слева. Ладно, я забыл, что там война и забыл об этом. Плохо, об этом нельзя забывать. Блять, да что ж такое, где она? Вот, ну. Она разбита, да? Да, нет, не разбита. Я кинул. Пацана убили. Да мы на работе прикалываемся, какой-то тикток прилез, короче. Очень короче. Парнишку там ездит в машине. Ебать. Где так текстуру распидорасит? Я,
это происходило в банане где-то. Справа за диванчиком. В банане это не могло происходить, это в Штатах, скорее всего, происходило. Только я так слышал. Нет, ты не причем, я просто так не разобрал. Пизди. Давай и пизди. Пизди залога. Сколько человек я убил? Ты много убил. Я сохранил, потому что я не знаю, сколько это было, четверо или пять. Я иду. Сейчас возьму. Квартира футболиста. Ну ништяк, они все стены электричеством все равно не смогут закрыть, так что ты как раз сможешь прожечь одну из выходящих в школьный двор. А я был бы этим двором хожу. Так, а я как раз контролю вход в этот ром. Возьми лучший девайс, поставь его в эту комнату. Я сейчас. Коридор посмотрю. Не по льбом попросил. Да ладно, что ты делаешь? А, блядь! Она у тебя там? Вот, сучка, реально у тебя. Так, один... Выглядит у меня. Да ладно. Ты все вообще чат, чтобы он меня не убивал, что я очень хотел много лет эйс.
Да. Очень вероятно, что они там. Это что ж за нафиг, а? Я на это не подписывался. Эй! Эй! Это отлично просто. Вот оно нежданно-негаданно, а? Прилетело счастье.